Сначала нити наматываются вот на такие бобины, затем подвешиваются на станок, пропускаются через весь станок, и вот с помощью таких рапир происходит движение самой ленты, уже готовой. 35 миллиметров. Вот здесь вот еще это отдельные нити, а здесь уже лента. В настоящее время на георгиевскую ленту работает порядка 60 станков. Вот сегодня конкретно осталось где-то 15 станков. Остальные уже сработали нить, и мы их больше даже не заряжаем, потому что спроса больше не будет. Это автоматика наша самодельная. Она регулирует натяжение нитей. Спрос ежегодно растет. В 2011 году я приобрел эту фабрику. Мы делали 2500-3000 метров георгиевской ленты. Вот. Год 70-летия был самый пик. Тогда было сделано 9 миллионов метров ленты. В этом году около 6 миллионов метров. Я думаю, что будет держаться на этом же уровне, потому что процесс патриотического воспитания в стране, в общем-то, кажется, налаживается. И он действительно необходим, чтобы люди знали свою историю, свои корни.